Стресс возможен по разным причинам. Кратковременное напряжение почти не влияет на течение беременности, тогда как постоянная тревога приводит к серьезным последствиям. Во время беременности женщина подвержена частой смене настроения, в чем виноваты гормоны эстроген и прогестерон. Благодаря им беременность развивается правильно и ребенок чувствует себя хорошо. Однако повышенная нервная чувствительность может привести к проблемам со здоровьем. Малыш принимает на себя все виды настроения матери. Если мама счастлива и спокойна, то и ребенок тоже. Когда женщина расстраивается, выделяется гормоны стресса – кортизол и адреналин, которые передаются плоду, вызывая у него тревогу. Умеренное беспокойство не вредит, но постоянное его присутствие или истерия оказывают негативное влияние на организм. Самый неблагоприятный прогноз дает стресс в первом триместре, когда формируются внутренние органы крохи. Так он может привести к апатии, гипертонии, отсутствию аппетита и нарушению кровообращения. Повышается риск возникновения врожденных дефектов сердечно-сосудистой системы плода, преждевременной отслойки плаценты и родов раньше срока. Снижается общий иммунитет, увеличивая шанс заражения опасными заболеваниями. Лучший способ предотвратить плохое влияние стресса на плод – исключить раздражающие ситуации. Переключайте канал, когда видите неприятные сцены. Оформление документов переложите на плечи близких. Избегайте длительных дискуссий, вызывающих желание отстаивать свою точку зрения. Когда вы видите, что обстановка на работе напряжена, оденьте наушники с расслабляющей музыкой или сообщите начальнику, что вам нужен свежий воздух и выйдите из кабинета на несколько минут. Постарайтесь оценивать обстоятельства спокойно, если что-то сильно беспокоит. Сообщите об этом близким. Возбудимость нервной системы во время беременности не всегда поддается самостоятельному лечению. В этом случае поможет хороший специалист, например, невролог или психолог. Постарайтесь расслабиться, сядьте удобно и начните глубоко дышать, концентрируя внимание на каждом вдохе и выдохе. Закройте глаза и представьте себя на зеленой поляне, залитой солнцем. Таким образом вы отвлечетесь от проблем, а сердцебиение придет в норму. Внезапную усталость снимет прогулка на свежем воздухе или полноценный сон. Находясь дома, попросите родных соблюдать тишину, отключите телефон и телевизор, закройте занавески, проветрите спальню. Когда младшие родственники не очень послушны, расскажите им, как стресс влияет на плод. Это наверняка заставит их соблюдать тишину. Хорошо снимает напряжение вечернее чтение, время, проведенное с любимым хобби, расслабляющая ванна или плавание в бассейне, умеренная физическая активность, расслабляющий массаж шеи и плеч. Настроение улучшит релаксационная гимнастика, например, йога. Упражнения, выполняемые систематически, уменьшают влияние беспокойства на общее самочувствие.